8 часов утра. Мы на Яндовой. Вы думаете, это все? О, вот Андрюха ставит поводку с Лехой. Вот народ все. Там вот, я не знаю, видно, не видно. О, как далеко. Народ там, весь город здесь. Вот. Так вот, мы перед островом. За островом море. Белое море. Там где-то у нас Андрюха с Лехой. Народ нас окружает. Сегодня я испытываю подарок на день рождения себе. Ну, мне подарили термос. Ну, на мне еще новое термобелье. И вот я вам показывать не буду. Вот. Так что вот термос работает. Чай горячий. Естественно, как обычно, с добавлением нелинских ягодок. Так что всем приятного аппетита. У нас не клюет, не клевало и совсем перестало. Звонил сейчас только что товарищу Юрию Павловскому. Тоже сидит в Яндовой. Но только в начале, ближе к маяку. У них там тоже тишина. Ну, хотя, говорит, что поймал уже одного корюха и наважену. Неожиданный поворот с Яндовой. Я вдруг неожиданно оказался в Луде. И со мной в палатке. Телепортировал. Вован, ну подними лицо-то. Во, хоть видно. Во. Вован, как дела? Ой, не очень. Неприятно. Да. У нас целая наважена. Ой, мы навидали. Вот так вот, гигант. Три раза клювало. Значит, ищет она, ищет, что пожрать. Вот. Ну ладно, будем смотреть. Время 2 часа 20 минут. И мы решили, что нужно, ну, пора уже приступить к приготовлению горячительного закусона. Потому что мы до сих пор использовали холодный закусон. Рукавичку. Ой, рукавичка горит, блин, горит, рукавичка, да. Потому что жарко, жарко, да. Оп. Вытаскивай ее, сейчас стереть будет. Ой, хорошо, да теплее же будет. Не гоняет. Вот, все. Да, горит, горит. Тлеет, тлеет рукавичка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, видите, пальчиками. Просто... Смотри, навага. Зажарьте меня, зажарьте. Не-не-не. Пока мы жарим пельмени. Что я вам могу сказать? Утром я был еще в Яндове, а ночью я уже в Луде. Причем практически в том же составе. Но там присоединился Володя. Говорит, давайте я с вами поеду, пельмени хоть вам нажарю. Никто не умеет жарить пельмени вкуснее, чем Володя. Он не хочет в этом признаваться. Говорит, не надо меня тут. Что поделаешь? Ну, это правда. Это правда. Вот он, Володя. Не зря мы его взяли. Он говорит, убавь, говорит, газу, а то, говорит, они пригорают. А я говорю, они зажариваются. Зажариваются.
Заметь. Дай тебе хоть на камеру свечусь, блядь. Нет. Ты на камеру? Это вот смотри, это идиот, который бегает в палатке и рыбу ловит. Хочу пельмени. Сказал, что потом будем жарить на вагу его, ну исключительно. Нашу. Нашу. Да, мы согласны, это будет уже наша навага. Выглядит вообще вкусняшка. Как любит вас Мишка. Кушаем жареные пельмешки под самогончик. Под самогончик. А тут и тут вот базары вот эти самые, рыбацкие базары, блин, да. Я слышал, что они моря мы с вами поехали в моей машинке. Да. Мы уже слизали. Мы уже подгузу взяли. Прости, как она хорошо. Да. Здорово. Пока вот такая вот беда.